В связи с коронавирусом казахстанские медики в эти дни стоят на чеку. Повсеместно организованы резервные инфекционные стационары, проведено специальное обучение среди персонала, выделены дополнительные средства на закуп медицинских препаратов. Ухо на востро держат и жамбылские врачи-эпидемиологи. В целом, на сегодня эпидемиологическая ситуация в стране и в Жамбылской области стабильная. Принимаем все необходимые меры, профилактические в том числе. Совместно с миграционной службой ведется учет и контроль за лицами, прибывшими из Китая. Все они находятся под наблюдением медиков, как заверили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области. В аптеках региона нет перебоев с медицинскими препаратами и масками, нет повода для волнения. Однако не стоит пренебрегать элементарными правилами санитарной и личной гигиены. Почаще мыть руки и по возможности избегать места массового скопления людей. Информация, которая распространяется в социальных сетях, в мессенджерах, в WhatsApp и в других, на сегодняшний день имеются у нас уже прецеденты возбуждения уголовных дел по факту распространения заведомо ложной информации. В социальных сетях ежедневно в 16 часов Министерство здравоохранения дает официальную информацию по эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах в республике.